И познакомьтесь, Титипо, на канале Тайо. Прости нас, Эрик. Сегодня поезда собрались на кольце. Ребята! О, привет, Эрик! Привет! Привет! Вы уже слышали новости? Что такое? О? Через пару дней на заводе будет фестиваль. Фестиваль? Ого, наверное, будет весело. Еще как. Будут музыканты, а еще фейерверки. О, даже фейерверки! Как здорово! Да, может, поедем все вместе? Да, отлично! Да! Ну, я домой. Договорились. Ладно! Мне кажется, Эрик очень рад. Это точно! Наконец, наступил день фестиваля. Может, поедем? А? Эрик еще не подъехал. Позвал нас всех, а теперь сам опаздывает. Вот и я. Мы заждались. Давай, поехали. Вам придется ехать без меня. Что? Почему? Как? Меня вызвали на смену. Очень жаль. Повеселитесь там. Спасибо, постараемся. Нет, Эрик, мы не поедем без тебя. Да, без тебя нам не интересно. Вы очень добры, ребята. Ой, надо спешить, увидимся. Да, хорошей смены. Пока, Эрик. Дизель, как ты мог сказать, что мы поедем? Виноват. Если честно, я немного расстроен. И я так хотелось поехать. Эх, наконец-то у нас выходной, и тут на тебе. Да уж, надо что-то придумать. Друзья, может, одним глазком посмотрим ради любопытства? Нет, а что, если Эрик узнает? Мы быстро глянем и вернемся, он не узнает. Ты так думаешь? По-моему, неплохая идея. Что ж, если только быстренько. Конечно! Вперед, поехали! О, Дизель, подожди нас! Поезда приехали на завод, где проходит фестиваль. Ура! Ого, класс! Наконец-то! Тут и поезда расписывают. Хочу роспись в стиле Защитника Икс. О, там кто-то выступает! Как же круто! Да, едем к сцене! Ребята, мы только на минутку, помните? Подождите меня! Она классная! Ты мой самый лучший друг. Ярче, ярче, ярче сверкай, нашей дружбы звезда. Ура! Красиво! На следующий день. На фестивале было так весело, но мне не по себе, ведь мы поехали без Эрика. Мне тоже. Да, я видел его сегодня утром. Эрик, доброе утро! Доброе, Лока. Он выглядел таким грустным. Из-за того, что все пропустил? Что нам делать? Надо придумать, как развеселить Эрика. В ту ночь после работы друзья позвали Эрика к океану. Эрик, чудесная прогулка, да? Угу. Просто прекрасная. Но почему мы здесь, а? Раз мы пропустили фестиваль, мы решили сегодня вместе погулять. Ясно. Ух ты! Смотрите на небо! Звезды падают! Ух ты! Вон там еще! О, и вон там! Похоже на фейерверки! Фейерверки? Эрик опять расстроился из-за фестиваля. Думай быстрее. Ребята, хватит глазеть на звезды. Защитник Икс начинается. Отличная идея. Сегодняшняя серия будет супер. Да, едем, Эрик. Да. Поезда прибыли в большой зал. Скорее бы начало. Проходит много фестивалей. Один из них на вагоностроительном заводе, верно? Абсолютно. Смотрите наш репортаж о фестивале. Здравствуйте! На вагоностроительном заводе царит веселье.
А? Репортаж с фестиваля на заводе. Как видите, здесь найдется развлечение для всех. Это же мы! Дизель, сделай что-нибудь! Ой-ой, как же больно! На помощь! У Дизеля что-то очень болит! Что нам делать? Что с тобой, Дизель? Не знаю, не знаю. Мне нужно к Тео срочно. Держись, я отвезу тебя. Да! Защитник Икс! Дизель, скорее цепляйся. Похоже, что мне уже лучше. Что? Ты же стонал от боли. Да, но уже прошло. Ой, смотри, защитник Икс. Смотрим! Похоже, Дизель исправен. Ну, будь по-вашему. Дидибо, Дидибо! Здорово! Ребята, боюсь, мне уже пора ехать. Что? Уже? Меня еще ждут дела. Доброй ночи. Кажется, план развеселить его провалился. Он грустит, что пропустил фестиваль. Надо устроить праздник специально для него. Праздник только для него? Мы проведем фестиваль прямо в нашем городке. О, отличная идея! Эрик будет в восторге. Точно. Решено. Начинаем подготовку завтра утром. Да! На следующий день поезда начали усердно готовиться к фестивалю. Надо спешить! Да? Энди, мы хотим провести Дидибо городской фестиваль. Просит художника Энди разрисовать поезда. Вам нужен ра? Джинни и Локо зовут Фикса и Лифта выступить на сцене. А Дизель отправился на завод к Тео. Фейерверк вам нужен уже завтра? Да. Но только Эрику ни слова. Не говорить Эрику? Прости, завтра никак. У меня другое дело. Серьезно? Настал день специального фестиваля для Эрика. Ого, красота! Жаль, не получилось с фейерверком. Ничего, мы столько приготовили, Эрику и так понравится. Это уж точно. Привет. О, Эрик. Что это такое? Фестиваль? Эрик, это фестиваль для тебя. Для меня? Мы знаем, ты расстроился, что не попал на настоящий фестиваль. О, я тронут. И еще, Эрик, мы ездили на фестиваль. Прости нас. Вы ездили туда? Ты сказал, что не можешь, и мы правда не хотели ехать без тебя. Но нам было любопытно, и мы решили посмотреть. Прости нас, пожалуйста, Эрик. Понятно. Но я тоже должен вам признаться. Признаться? Честно, я тоже был на фестивале. Что? В ту ночь, когда я ехал с работы. Фестиваль еще идет. Надо позвать ребят. Ого, фейерверк! Как красиво! Я только посмотрю. А потом я потерял счет времени. Мне очень жаль, друзья. Эрик, так ты веселился без нас, ну и ну. Но мы поступили с ним так же. Ах, да, я забыл. Пусть мы были не вместе, зато все увидели фестиваль. Верно! На этот раз мы повеселимся все вместе. Здорово! Я хочу самый стильный рисунок из всех. Но держись. Что? Что смешного? Фикс-и-Лиф, просто класс. И фестиваль веселее, когда мы вместе. Спасибо вам. Я так рад, что тебе нравится. А я тоже кое-что приготовил. О-о-о!
Поехали на улицу. Вау, ну погнали. Ну как, повеселились? О, Тео, я думал, у тебя какое-то дело. Угу, так и есть, с Эриком. Что? С Эриком? Да, я попросил Тео устроить для нас фейерверк. О, Эрик, ты тоже? Дизель ездил к Тео с такой же просьбой. Когда вслед за Эриком и Дизель попросил фейерверк, это было странно. Мне было совестно, что я смотрел фейерверк без вас. Надо же, у нас была такая же идея, как забавно. Так, сюда, ребята, начнем шоу. Да! Чудесно! Особенно вместе с вами. Точно! Да! Теперь Эрик и его друзья знают, как они дороги друг другу. Эрик и Дидибо. Ах, какое солнечное утро. О, смотрите, это же Эрик. Что ж, пора на работу. Догони, если сможешь. Это Дидибо и Дизель. Слабо. Похоже, что они снова балуются. Эрик! Стой! Да, мистер Хоп. Ты готов выезжать на рейс? Да, я уже скоро буду. Хорошо, и возьми с собой Дидибо. Как скажете. Ты меня не догонишь! Еще как догоню! Иди сюда! Привет! О, Эрик, доброе утро! Доброе утро! Дидибо, ты со мной! Мистер Хоп тебя вызывает! О, правда? Что ж, придется ехать! О. Потом еще поиграем, Дизель! Ладно! Добрый день, мистер Хоп! О, как раз вовремя! Эрик! У тебя ведь завтра осмотр? Да, все верно. Тогда нам надо найти поезд, чтобы тебя подменить. Может, Дидибо возьмет твой рейс? Дидибо? Класс! Значит, я смогу поехать супер-пупер далеко. Как здорово! Но Дидибо еще никогда не ездил по длинным маршрутам. Тогда помоги ему. Возьми Дидибо с собой на рейс и обо всем ему расскажи, чтобы он был готов. Ладно. Я весь твой, Эрик. Хорошо. Дидибо отправился в рейс с Эриком. Ура! Как здорово! Дидибо, тебе нужно сосредоточиться. Ладно. Класс! Здесь у нас остановка. Куда ты едешь? Дидибо, останавливаться надо здесь. Ну да, прости. Вот мы и приехали. Сколько же тут людей? Все верно, много людей пересаживаются на этой станции. Смотри, пап, этот поезд такой смешной. Ты прав. Что ты делаешь? Пытаюсь рассмешить людей. Эй, прекрати! Завершив свой рейс, Дидибо и Эрик возвращаются в городок Чух-Чух. Эрик, мне было так весело! Дидибо, нельзя себя так вести на рейсе. Ты проехал мимо станции, а еще весь день кривлялся. Да. Баловство может привести к аварии. Я надеюсь, что завтра ты меня не подведешь. Ладно. На следующее утро. Мистер Хоп, а где Дидибо? Дидибо? Может, опаздывает? Что? Простите меня! А вот и ты, Дидибо. Тебе следовало приехать раньше. Я поздно встал. Но не волнуйся, сегодня я тебя не подведу. Нельзя заставлять пассажиров ждать. Я знаю. Что ж, тебе уже пора выдвигаться, поезжай. Ладно, тогда до встречи. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он же справится, да?
Это вагоностроительный завод. Здесь Эрик проходит осмотр. Эрик, тебя что-то беспокоит? Ну, сегодня меня подменяет Диди Бо. И я очень переживаю. Во время тренировки он только баловался, а сегодня еще и проспал. Не волнуйся, Эрик. Что? Я не могу ошибиться и подвести Эрика. Помоги мне, пожалуйста. Он вчера усердно тренировался. Он справится. Он еще тренировался? Да, практиковался до поздней ночи. Наверное, поэтому он проспал. Я и не знал. Я думал, у Диди Бо одни шалости на уме. Видимо, я ошибался. Можете заходить. Здравствуй, привет, Джинни. Доброе утро. Привет. Диди Бо должен тоже здесь остановиться. Диди Бо! Странно, почему он не остановился? Диди Бо проехал мимо еще одной станции. Что происходит? Диди Бо? Диди Бо! Эрик прошел осмотр и вернулся в город. Интересно, как справился Диди Бо? Его нет дома! Но он уже должен был вернуться! Привет, Эрик! Привет, Джинни! Ты что здесь делаешь? Я просто хотел узнать, дома ли Диди Бо, но он до сих пор не приехал. Я видела его, и он себя странно вел. Почему? Что он сделал? Он проехал мимо станции и даже не сделал остановку. Что-что? Ты ведь не думаешь, что с Диди Бо что-то не так, да? Пожалуй, поеду к мистеру Хобу. Пока. Пока. Надеюсь, все в порядке. Мы ехали мистер домой, Хоб. И тут у Мини... Эрик, что такое? Диди Бо еще не вернулся домой, и... Я хотел узнать, не случилось ли чего. Я знаю. Он опаздывает. Вообще-то мы с Мини тоже ждем Диди Бо. Почему? Случилось что-то страшное? Да, можно и так сказать. Неужто он набедокурил? Нет. У нас были проблемы, и именно Диди Бо помог нам. Это правда. Всем доброго дня! Будьте осторожны при посадке. Вот это забота. Какой вежливый. Выезжаем со станции. Буду стараться изо всех сил, чтобы порадовать Эрика. Диди Бо, не верю, что ты так хорошо справился. Ты молодец. Мини, что такое? Животик болит! Что это? Что случилось? Ей плохо. Что случилось? Диди Бо, моей доченьке очень плохо. Одну секундочку. Внимание всем пассажирам. У нас в вагоне ребенку стало плохо. Есть ли здесь врач, который может оказать помощь? Да. Я доктор. Где сейчас ребенок? Здесь есть врач. В первом вагоне! Поняла. Вот это да. Замечательно. Да. Кому здесь стало плохо? Нам! Мы здесь! Так, солнышко, потерпи чуть-чуть. Так. Диди Бо, нам срочно надо отвезти ее в больницу. Что? Сейчас? Но мне надо сделать столько остановок! Хорошо, нельзя медлить! Внимание всем пассажирам! Девочке с болями в животе срочно нужно в больницу! Если вы не возражаете, то мы поедем без остановок! Мы уже едем в больницу. Конечно, здоровье девочки гораздо важнее. За нас не переживай! Большое спасибо! Диди Бо помчался на ближайшую к больнице станцию. Она в первом вагоне!
Мы скоро будем в больнице. Потерпи чуть-чуть. Ладно. Позаботьтесь о ней. Обязательно. Молодец, Дидибо. Спасибо. Они ей помогут. Дидибо сегодня был героем. Если бы не Дидибо, все могло бы обернуться иначе. Мы хотели его поблагодарить и пришли сюда сразу из больницы. Поступок Дидибо достоин уважения. Да. А я про него не весь что думал. Оказалось, очень долго возвращаться и развозить пассажиров. Зато я рад, что Мини вовремя попала в больницу. О, что тут делает Эрик? Как я рад, что с Мини все хорошо. Я вернулся, мистер Хоп. Молодец, Дидибо. Дидибо, у тебя особые гости. Дидибо! О, я вас и не заметил. Мини уже стала лучше. Она теперь здорова, и все это благодаря тебе. Большое спасибо. Ты лучший, Дидибо. Я всегда рад помочь. Отличная работа. Я так рад, что Мини поправилась. Ну, а ты, Эрик? Да. Слушай, Дидибо. Да? Прости меня. О? За что? По правде говоря, я сомневался, что ты сегодня справишься. Но потом я узнал, что ты сделал, и я горд за тебя. Спасибо тебе, Эрик. Я волновался, что разочарую тебя. Но не в этот раз. У-ху! Пора спать. Ура! О, осторожней! Сегодня шалунишка Дидибо вел себя очень ответственно. Ты молодец, Дидибо. Дизель позеленел от зависти. Одним прекрасным утром Дизель и Локо ехали на работу. Мистер Хоп! Доброе утро! Доброе. Дизель, Локо, посмотрим. Кажется, вы сегодня работаете вместе. Да. Раз Локо пока многого не знает, Дизель, покажи ему, что делать. Да, конечно! Локо, делай все, как я. Ага. Ладно, приятной работы. Спасибо! До встречи, мистер Хоп! Пока! А это наш порт. О. Поехали к Рейни, он поможет нам принять груз. Ладно. Доброе утро, Крейни! О, вы как раз вовремя! Крейни, можешь сегодня грузить помедленней? Помедленней? А что? Локо новичок, так что я хочу показать ему, как надо делать. Ладно, договорились. Что ж, тогда за дело. Поднимаем, поднимаем. Грузим, грузим. Локо, запоминай, после каждого контейнера нужно двигаться вперед, чтобы Крейни было легче грузить следующий. О? Я покажу. Вот так. О, понятно. С Дизелем закончили. Теперь я, мистер Крейни. Хорошо, малыш. Опа! Грузим, грузим. После каждого контейнера нужно двигаться вперед, как сказал Дизель. Оп, встану здесь. Готов принять следующий груз. Быстро схватываешь. Что ж, грузим, 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 грузим. Вот, все готово. Большое спасибо. Похоже, Локо справляется лучше, чем ты в свой первый день, Дизель. Это неправда, Крейни. Нам нужно выдвигаться. Поехали, Локо. О, да. Пока! До новых встреч! Если они будут. Я что-то не то сказал? Локо хорошо справился благодаря мне. Локо и Дизель приехали на карьер. Подвинься самую чуточку вперед. Ладно. Достаточно. Что ж, давайте начнем. Хм.
Молодец, Локо! Большое спасибо! А новичок-то способный. Ты прав. К тому же, это его первый день на работе. Впечатляет. Но это я его всему научил. Надо показать им, в чем я лучше. Я готов принять груз. Понял? Кто-то они удивятся. Пора выдвигаться. Там же идет стройка! Стой, Локо! Стой! Что на него нашло? Локо! Остановись, Локо! Ты не заметил знак, что здесь идет стройка? Знак? Какой знак? О, вот же он! Когда ты на работе, нужно следить за тем, что вокруг. Спасибо тебе, Дизель. Тебе повезло, что рядом есть я. Дизель! Нельзя вот так внезапно срываться с места. Теперь рельсы завалены камнями. Я забыл. Мне так жаль. Ты прям как новичок, Дизель. Зато настоящий новичок справился. Дизель, тебе надо быть внимательней. От моей помощи мне же только и хуже. Закончив работать, Дизель и Локо возвращаются в городок. Но, похоже, Дизель очень расстроен. Мы вернулись, мистер Хоп. Отличная работа. Локо, как прошел первый рабочий день? Дизель мне... Локо? Я слышал, все были очень довольны твоей работой. Правда? Большинство поездов нервничают и допускают ошибки в первый день, так что ты молодец, Локо. О, спасибо. Дизель расстроился, что комплименты достаются только Локо. Все сошли с ума. Локо не ошибся лишь потому, что я его научил. Дженни, что там такое? Тебя зовет мистер Хоп. А ты не знаешь, зачем? Я не знаю. Так или иначе, остальные уже там, так что надо поспешить. Правда? Ладно, поехали. И тебя позвали? Да. Раз все собрались, мы начнем. С этого дня перевозить грузы будет не Дизель, а Локо, так как он лучше справляется. Что? Локо, лучший грузовой поезд в городке Чух-Чух! Ну тогда, чем теперь я буду заниматься? Ты можешь быть помощником Локо. Что? Ни за что! Вы не можете так поступить! Не можете! Это был просто сон. Но что, если мой сон станет явью? Я кое-что придумал. Дидибо, Дидибо. На следующее утро Дизель прицепил к себе больше грузовых платформ, чем обычно. Они увидят, как я силен, и тоже будут меня нахваливать. Я! Дизель такой сильный. Он гораздо круче, чем Локо. Доброе утро. Доброе утро, Дизель. Ой, почему у тебя столько платформ для груза? Не волнуйся, я с ними справлюсь. А ты уверен, Дизель? Мне кажется, этого слишком много. Контейнеры загружены. Большое спасибо. Но, Дизель, ты уверен, что увезешь все это? Конечно. Дизель. Привет, Локо. Здравствуй, Локо. Доброе утро. О, Дизель, у тебя столько грузов. Да это все пустяки. Ну, мне пора. Почему я не еду? Говорил же, так и знал, что ты столько не увезешь. Что нам теперь делать?
У меня есть предложение. Да? Почему бы нам с Дизелем не разделить весь груз пополам? А, это отличная идея. О, все пошло не по плану. Этот груз надо отвезти в порт? Все верно. Ты хорош во всем, так что, думаю, дорогу сам найдешь. Еще увидимся. Дизель! Привет, Дизель! Привет, Джинни! О, а где Локо? Что, и ты туда же? О! Я знаю, что ты хочешь похвалить Локо. Всему научил его я, а комплименты достаются только ему. Так нечестно! О чем ты? Вообще-то тебя тоже все хвалят. О, Джинни, Дидибо, вот вы где. Мистер Хоп, у Локо все получается? Он новичок, ему, наверное, нелегко. У него все отлично. Я переживал, но благодаря Дизелю он отлично справляется. Да, вы правы. Все только и говорят, что из Дизеля вышел отличный учитель. О, Дизель молодец. Ты это серьезно? Да, Локо тоже говорил, что он очень тебе благодарен. Локо тоже? Так ты знаешь, где Локо сейчас? Он отправился в порт. Когда я возвращалась, то заметила, что пути по дороге в порт сейчас на ремонте. Он же знает. На ремонте? Дизель, что такое? Я скоро вернусь. Переживая, Дизель помчался искать Локо. Локо ведь еще плохо знает местность. А что, если он попадет в аварию? О, нет! Дизель, ты что тут делаешь? Локо, у тебя все хорошо? Что? Пути по дороге в порт сейчас ремонтируют. Прости, что не поехал с тобой. А, ничего. Ты же всему меня научил. Что? Ты о чем? Ты разве забыл, Дизель? Когда ты на работе, нужно следить за тем, что вокруг. Я заметил знак «Ремонт дорог», поэтому поехал другим путем, да. Точно! Теперь я вспомнил. Да! Локо, ты правда меня слушал. Какой ты молодец. Спасибо, Дизель. Сказал же, делай как я, и тогда все получится. Это правда. Я хочу быть как ты, большим и сильным грузовым поездом. Локо, если будешь усердно трудиться, то станешь таким же, как я. Класс! Обещаешь? Обещаю! Благодаря Дизелю, Локо успешно завершил свой первый рабочий день. Молодец, Дизель!